70, 65 и 30 рублей за морковку. Цены на сезонные овощи в Чувашии начали снижаться. После недавнего рейда, устроенного нашей съемочной группой, прошла неделя. За это время морковь упала в цене на 50%. Наш корреспондент Ольга Алексеева прогулялась по центральному рынку Чебоксар и выяснила, почему морковь прошлого сезона в магазине стоит дороже, чем новый урожай на рынке. А сколько морковка у вас стоит, подскажите, пожалуйста? 30 рублей? Да, пучок. 40. Пучок 30 рублей. А сколько там по весу? 400 грамм. Это свежий урожай, да, у вас да. уже? Да. А сколько у вас морковка стоит? 65. А у вас морковка новый урожай тоже? Да. Еще в начале июля морковь, золотой корнеплод, шла по цене авокадо. К концу месяца девица из темницы нового урожая дешевле вдвое престарелой родственницы. Теперь за килограмм морковки на рынке просят в среднем 60 рублей. Цены снизились и на другие овощи. Рост цен носит сезонный характер. Значит, рейтинговые места республики среди БФО и России по уровню средних цен по состоянию на конец июля. По яблокам мы занимаем, значит, ПФО второе место, по России 11-е, капусту белокочанную 9-е по ПФО, 29-е место по России, картофель 9-е по ПФО и 30-е по России, лук репчатый 9-е по ПФО и 32-е место по России, морковь 14-е место и 70-е место соответственно. Цены на картофель, лук, яблоки и другие плоды и ягоды в магазинах тоже упали. Но не так, как на рынках. Морковь у сетевиков 75 рублей. Хотя вот это назвать морковкой язык не поворачивается. В течение недели попросил бы город Чебоксар и Новочебоксарск определить места проведения сельскохозяйственных ярмарок традиционных. Давайте их пораньше начнем. И надо сделать их уже постоянными. Такая ситуация, возможно, поменяет и поведение уже крупных торговых сетей, крупных игроков, с тем, чтобы цены там тоже менялись. И чтобы путь продукции до покупателя был максимально коротким. По прогнозам аграриев, пробить исторический ценовой максимум морковь может уже этой осенью. Из-за засухи урожай будет неважным, тем важнее станут продавцы. Уже ходят слухи, 130 рублей за кило – не предел. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика.